Затрагивая тему публицистиков традиционных и новых медиа, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский в ходе тренингов отметил, что сегодня журналистом может стать каждый. И для этого есть абсолютно все возможности – создать свой блог, телеграм, ютуб каналы. Также тренер подробно остановился на жанре публицистики. Когда я начинал путь в профессии, то журналистом стать было достаточно непросто, потому что на весь Советский Союз было не больше 5-10 вузов, где готовили журналистов. Значит, чтобы попасть в газету, а газета тогда была самым популярным местом работы, нужно было иметь либо опыт, либо блат. А в идеале еще лучше, если ты и являешься членом коммунистической партии, что тоже, так сказать, добавляло авторитета. Прошло не так много времени, и сейчас журналистом может стать каждый. Вы ведете там блог в какой-то социальной сети, или еще проще, вы создаете свой телеграм-канал. Это вообще делается за 3 минуты, даже не за 5. И у вас число подписчиков может быть больше, чем у какого-то печатного издания, у газеты, которая там, предположим, тираж 50 тысяч еженедельный. В краткой литературной энциклопедии, еще советской, публицистика определялась как высший род журналистики. Выделяется тем, что всегда исполнена полемики, спора, борьбы за новые идеи. С творчеством публициста несовместимы робость и трафаретность мысли, иллюстративность и несамостоятельность взгляда. То есть подчеркивается, что публицистика – это всегда самостоятельный взгляд. Кирилл Вышинский в журналистике около 25 лет. В разные годы работал в должности шеф-редактора и ведущего на украинском телевидении. С 2006 до 2014 года являлся собственным корреспондентом ВГТРК на Украине. В 2014 возглавил информационный портал РИА Новости Украина. Было отмечено, что сейчас получать информацию в режиме реального времени оперативно, легко. Благодаря интернет-ресурсу, разным телеграм-каналам обновляется информация. Чем ценна сегодняшняя журналистика? Огромное море информации. То есть получить информацию о том, что произошло, достаточно просто. Причем ее получать можно в реальном режиме. Ну, опять я вернусь к своему личному опыту. Значит, в мои времена, а это не так давно, люди жили, условно говоря, от утреннего выпуска новостей до вечернего. И этого хватало. Хватало с головой. Ритм жизни был другой, все было в этом смысле спокойнее. Сейчас люди живут в новостях. Они могут ежеминутно обновлять телеграм-каналы, получать свежую информацию, следить за тем, как развиваются события практически в реальном режиме. Проведение подобных мастер-классов дает возможность журналистам повышать квалификацию. Алена Утаева, Агунда Губозова, Арнольд Харибов, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.